В прошлой серии участники отправились в секонд-хенд, чтобы купить луки на фан-встречу, а выбрать стильную одежду им помогала участница проекта «Топ-модель по-украински» Вика Рогальчук. Парни успешно выполнили задание и теперь готовы к встрече с фанатами. Громкие крики вокруг, волнами в воздухе кружатся руки, и время замедлилось вдруг, забрало дух, загнало круг. Тех ненормальных двух, глубокий вдох, считаю до трех, остановиться так и не смог. Будто оглох, будто забыл, будто бы я по-другому не жил. Память делится, как не болится, старая книга на полке пылится. Может нам снится. Мы продолжаем кружиться. Ты просто не поверишь, насколько я счастлив сегодняшнего дня. Внутри сейчас просто все бурлит, а мы идем на нашу фан-встречу. Эй, мэн! Ребята, вообще-то ваши фанатки стоят в другом месте. Друзья, мы снимаем сейчас реалити, да? А сейчас мы направляемся к нашей сцене, мы проходим сама автограф-сессия, мы в предвкушении чего-то грандиозного. Мы безумно любим своих фанатов, и они, кажется, нас тоже. Вы, блин, крутая группа. Так, нас словили даже наши гримерки. Бесспорно, мы этому рады. Можно я сейчас передам привет Вике Рогальчук? Вике Рогальчук, привет. Если ты это смотришь, мы все-таки в твоих луках, которые ты нам подобрала в прошлой серии. Мы, конечно, немного модернизировали, но... Совсем чуть-чуть. Настроение сейчас просто... Я уже хочу выйти к нашим фанатам. Меня сейчас просто разорвет. Владик! У нас в гримерке был такое скопление адреналина, энергии, но вот отдельно от всех сидел только Влад. Что, че с тобой? А хотя бы какая-то почва для этого. Не хочу сейчас привлекать Маню к своей личной жизни, так как у нас сейчас фан-встреча огромная, мы ее очень давно все ждали и хотели, и желаем получить нереальный кайф от этого, поэтому я как-то постараюсь на потом отложить это все. Хотя внутри сейчас уворачивается все. Сейчас мы спускаемся, нас ждут много людей, которые пришли на нас посмотреть. Дизайн-бэнд! Сердце сейчас в этот момент прям вот вообще пом-пом-пом, оно разрывается, потому что я увидел, сколько их там, я увидел, что нас все поддерживают, и это так классно! Много людей. Мы полетели. За секунду до того, как мы уже выходили к нашим фанатам, спускаясь по лифту, ты уже видишь их горящие глаза, их аплодисменты, и просто во время этого у тебя бегут максимально много мурашек по коже. Кто здесь появляется? Да, это Design Band! Design Band, я вас обожаю! Я вас обожаю! Design Band, я вас обожаю! Design Band, я вас обожаю! Это нереальная поддержка, ну, наши фаны безумно вдохновляют, и в такие моменты реально осознаешь, что жизнь прожита не зря. Design Band, я вас обожаю, очень сильно. Вы очень меня вдохновляете, и я опять начала ходить на вокал с своей лучшей подругой. Design Band я люблю, потому что они такие энергичные, они безумно талантливые и очень красивые. Я люблю Design Band за их песни. Я бы сам очень сильно хотел в Design Band. Это все, что мне надо.
сейчас реально клянусь, наши подписчики, наши фанаты, они самые-самые лучшие. Вот просто лучше их не существует. Прикольные ребята, у меня дочка старшая такого же возраста, как и они. Прикольно танцуют, супер, молодцы ребята. Я только вижу или фото, или видео, или клипы, или слышу они. У меня просто бабочки уже в этих... Раньше я увлекалась Open Kids, но сейчас просто Open Kids и Decide Band. Наши фаны одни из самых преданных. Безумно любим наших фанов. Они нас всегда вдохновляют своим творчеством, какими-то каверами. Остановлю время для нас, девочка, девочка, космос. Останься со мною сейчас, сейчас. Некоторые моменты я настолько просто кайфовал от всего, что забывал вообще, ну, о Юле, об этой проблеме, и, ну, типа, у меня нормально получалось. Дисейпэд, я вас обожаю. Просто каждому из вас поцелуйчики шлю, особенно тебе, Даня. Из всего бэнда мне нравится больше всего Сергей Месевра, потому что он безумно очень круто танцует. Олег молчит всегда, его тоже за это нужно любить. Из Десайд Бэнда мне всего больше всех нравится Лайк Фенечка. Спасибо большое, Боливия! Наши фанаты, мы их, ну, называем десайдеры, они у нас самые лучшие. Они у нас самые талантливые, самые креативные, потому что они всегда нам придумывают какие-то классные, пишут нам комментарии, рисуют арты, присылают видео с монтажом. Они у нас всегда активны. Просто они у нас самые лучшие. Вот, the most, the best. Друзья, невероятные ощущения, невероятные эмоции. Прямо возле нас стоят наши верные поклонники, верно, ребят? Мы всем очень рады видеть, мы всем очень благодарны, сейчас подписываем автографы. Я извиняюсь всем за свой почерк, он отвратителен, можете посмотреть. У меня тоже он такой же, может, это очень круто, мы просто обожаем своих десайдеров, а мы будем любить их всю жизнь, они у нас самые-самые. Я желаю вам развиваться дальше, чтобы вот было все просто настолько круто, насколько хотите этого вы. Я вас очень люблю. Я желаю, чтобы вы процветали, чтобы вы поднимались выше, чтобы у вас было больше аудитории подписчиков и больше поклонников. Я парням, ну как мама, желаю идти к своей цели. На самом деле здесь все очень круто, но очень хочу помириться с Юлей. Очень. Это ты, на месте не сиди. Это сайт, и мы продолжаем качать. Эй, йоу, все, кто с нами замесен. Ты сайт, бэд устроит, как все равно вместе. Блин, это очень круто. Автограф-сессия прошла успешно. Yeah. Каждый пришел с каким-то презентом. Мне подарили эти очки. Прекрасно. Это наш вот этот суперский плакат. Спасибо огромное. Ладно, ты несомненно молодец. С твоим-то стрессом. Тебе реально, ну ты очень хорошо держался. Но у нас остались еще два наших фана, для которых мы приготовили особый сюрприз. Погнали! Я просто увидела отражение в окне, поняла, что сзади меня идут мальчики, и у меня... Я чуть не начала плакать, серьезно. Это просто какой-то взрыв эмоций, я просто в шоке, серьезно. Рады тебя видеть. Ты победила в нашем конкурсе. Ну, я уже поняла. Просто не знаю, что говорить, у меня эмоции зашкаливают. Надеюсь, ты рада. А по моей реакции не видно? Ну, она очень прикольно обрадовалась, она была мега милая, такая вся счастливая, потому что она не ожидала этого. Я прям сам чуть ли не расстроился там. А можно я вам кое-что подарю?
Конечно. Да, конечно, это очень приятно. Что? Короче, это что было главное? Русик, ты туповый бог! Просто обалденные рисунки, и мы очень счастливы, что у нас есть такие фанаты. Они просто самые лучшие. Мы познакомились с очень талантливой девушкой, которая нам подарила каждому по портрету участнику. И, конечно, очень, очень рад. Вживую мальчики очень хорошие, искренне добрые. И я так поняла, что им очень понравились рисунки. Самый лучший портрет, который у меня был. Хочу сказать, что мечты сбываются. Например, моя сбылась. Я наконец-то смогла не просто встретиться с мальчиком из Decide Band, а еще и станцевать с ними. Эмоции. Я просто не могу, меня сейчас всю трусит просто, это, боже, это такая радость, я в шоке. Очень классная. Это на месте не сиди, это сайт, и мы продолжаем качать, эй, йоу, все, кто с нами за месяц, ты сайт, бэнд устроен, как все равно вместе. Также мы решили устроить розыгрыш второй победительницы. Она думала, что придем мы все, и мы сделали вид, что пришел один я. Она, конечно, не была очень расстроена, но в любом случае она явно ждала больше. Спасибо тебе большое, что ты интересуешься нашей группой, что следишь за нами. Но мне пора идти. Вот твой билет на концерт Decide Band. Можешь его использовать, как тебе только вздумается. А мне пора идти по своим делам. Мы разобщались, и вот уже под конец я сказал, мол, все, я ухожу. И у нее сразу несколько эмоций, мол, счастье и вопрос в глазах, мол, где все остальные. Что-то думала, просто так тебя отпустят. И тут все мы выскакиваем на радость. Наверное, не знаю. По крайней мере, мне так показалось. Очень рада, что встретилась с парнями. Это была моя очень заветная мечта. Я к ней стремилась уже полтора года. И сегодня я с ними знакомлюсь лично. Это просто что-то нереальное. Спасибо. Мы очень рады были знакомству с этими девочками. Мы отлично пообщались. И признана, что мы смогли кого-то сделать счастливым в этот день. Это был настолько крутой день, что... Буря эмоций переполняет меня, и я очень сильно не хочу, чтобы оно все заканчивалось и продолжалось бесконечность. Влад, хватит грустить, потом отложи свои проблемы. Влад, все хорошо? Да нет, просто жаль, кажется, мы расстаемся. Это ты, на месте не сиди, это сайт, и мы продолжаем качать, эй, йоу, все, кто с нами за месяц, ты сайт, бэнд устроен, как все равно вместе. Славимые бандиты, просто ламы, славные чувства ритм. Thank you.